С нами команда Poly Saints, Михаил Воронов и Никита Пискун. Подскажите, у вас группа О, и получилось так, на мой взгляд, что это группа смерти. Согласны ли с этим? И вообще, с какими настроениями ожидали вот этого Раджина Эдгалана, слабых и так далее? Ну, насчет группы смерти не знаю, это ну, не нам судить, со стороны виднее. А насчет Раджи, ну, для нас это будет интересно, для них, скорее всего, нет. Ожидали Раджу, потому что сидели, и все вот эту вот, всю жеребьевку, я говорил, что мы попадем на Раджу, так и, в принципе, и совпало. Вот. Не слышали об их звездных новичках, как я понимаю, вроде бы Гераченко переходит в Дуарт к ним в стан еще. То есть нет ли такого мандража перед этой командой, который на турнире, особенно на зимнем кубке, берет всегда высокие места зачастую? Мандража нет, наоборот, интересно. Плюс мы за прошлый сезон привыкли играть аутсайдерами, когда в кубке дошли до полуфинала. Нам скорее интерес спортивный, будем заряжены, я надеюсь. Да, в принципе, мне нечего добавить тут, к славам Миши. За этот год вы, с предыдущего года, с предыдущего вашего турнира, вы поднялись по дивизиону, играете в высшей лиге. Думаете, будет ли такой же прогресс и на кубке? То есть пробьете уже стадию 1-16, если не ошибаюсь, в прошлом году у вас была, да? И сможете ли 1-8, 1-4 достичь, по силам ли вам это при таком наборе команд из первой корзины в основном? Ну и во второй тоже есть свои, ну, так, хорошие коллективы. Загадывать, я думаю, не будем, правильно? Но нам все по силам, если будем играть заряженными, как в последние матчи. Ну, на самом деле, в прошлом году я считаю, что нам не повезло в том плане, что тогда набрали больше команд, чем должно было быть. И получилось так, что все играли в основном одну игру, а мы играли 2 дня подряд. И мы на игре с Тиграми тогда, если я не ошибаюсь, мы выложились по полной, а на следующий день у нас уже игра 1-16, и, естественно, нас не хватило. Возможно, это тоже какую-то роль сыграло. Сейчас, помимо Раджи, я просто слышал, что в слабые перешли трое игроков из Кастилии. Да, я надеюсь. На что я надеюсь? Просто должны свою игру показывать, как-то брать очки. То есть в то же время есть такая легкая спортивная обида за прошлый турнир, то, что вот так 2 игры подряд, 2 важные игры подряд, да, и хотите, и в том числе и это будет мотивация, да, перед вами? Да, естественно, и хочется свою планку превзойти предыдущую. Хочется до 1-4 дойти, как минимум. Да, да. Ладно, спасибо, ребят, большое.